Добрый день, опять Family Garden. Вот такой у нас сегодня день, солнечный, хороший. Скажу вам о том, что в Турции много туристов из разных стран СНГ, в том числе из России. А к чему я это говорю? К тому, что некоторые зрители ставят вопрос о том, что, дескать, сложно очень сейчас с полетами, с перелетами из России, якобы нечем долететь. Хочу сказать, что из России летают как российские авиакомпании, так и турецкие авиакомпании. Аэрофлот летает из России. Абсолютно никаких проблем нет. И даже сейчас билеты на полеты в Турцию, если сначала, момент ввода санкций, были очень дорогие, то сейчас можно сказать, что практически стали дешевые. И поэтому туристы поехали, чартерные перелеты открылись, можно на чартер купить, если вы хотите прилететь в Турцию. В общем, кто давно интересовался этим вопросом и больше не интересуется, но хочет в Турцию, я вам настоятельно рекомендую, поинтересуйтесь сейчас, и вы будете удивлены, так как многое, если не все, изменилось. И сейчас Турция для вас опять открыта, не надо ехать поездами, пароходами, по-прежнему из России можно лететь самолетами, абсолютно никакой проблемы не будет. Как на отдых, так и за недвижимостью, за покупкой. А кто уже купил, то тем более можете ехать домой, не надо от паники что-то там продавать. Наоборот, сейчас недвижимость в Турции очень сильно подорожала, очень большой спрос на недвижимость, как из стран бывшего Советского Союза, так и из арабских стран. Да, арабские страны сейчас очень-очень активно. Смотрите, сколько последнее время, если помните начало, еще раз говорю, это Family Garden, дом, за которым мы следили. Если вы помните начало строительства, то много раз я показывал территорию вокруг. Бананы. Вот эти все пятиэтажки, вот эти все пятиэтажки, они появились буквально недавно. Ну, а здесь где старый город, здесь, конечно, никто строить не будет. Ну и поскольку мы окружены пятиэтажками, а находимся на 8-м этаже, то обзор нам это все не закрывает. Вот видите море, очень все хорошо и красиво. Итак, добро пожаловать в Турцию. Любите Турцию, и она вас любит. Всего вам доброго.